школе номер 12 прошел День здоровья. В этом году спортивный праздник посвятили Дню образования Краснодарского края. 13 сентября нашему региону исполнится 84 года. У ребят прошли классные часы, посвященные Дню образования Краснодарского края. Ну а потом все вместе шумно, дружно вышли на прохождение станций спортивных, где они показали свои спортивные способности, зарядились позитивом и хорошим настроением на ближайшие выходные. День здоровья в учебном заведении – это всегда праздник хорошего настроения и спорта. Ребята участвуют в спортивных эстафетах на свежем воздухе. Состязаются в скорости, ловкости и сплоченности. Главное – обрести командный дух, подзарядиться энергией и оптимизмом. Сияющие глаза, довольные лица ребят говорили об одном – им это удалось. В школе номер 12 ведется физкультурно-оздоровительная работа, организуются спортивные мероприятия. Делается это с целью сохранения и поддержания здоровья учеников. Проводятся уроки физкультуры, функционирует школьный спортивный клуб «Юность». Там у нас секции ОФП, общая физическая подготовка, баскетбол, мини-гольф. И второй год школа участвует в проекте «Самбо в школу». Ну, естественно, соревнования, ребята занимают призовые места, участвуют в краевых фестивалях. В этом году мы стали победителями краевого фестиваля «Футбол в школу». Наша школа совместно с ребятами, с их родителями дружно участвовали в этом фестивале. Школьный коллектив останавливаться на достигнутом не собирается. Планирует дальше вести работу по формированию здорового образа жизни у детей, добиваться новых результатов и побед.